Омкі про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Україна отримає від Великої Британії ракетне озброєння для своїх кораблів. Воно дозволить протистояти Росії в Чорному та Азовському морях. Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко. Дипломат розповів, що Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 мільярди доларів. Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, буде побудова кораблів спочатку на британських, а потім на українських верфях, і ракетне озброєння. Вперше наші збройні сили отримують реальну зброю ракети, які нам дозволять протистояти Росії в Чорному та Азовському морях, сказав дипломат. Британія шукає друзів. И Україна на цю роль як ніхто годиться, не на багаж проблем, яка тягне дружба з нашою державою. А теперь, за все протистояние за рефею, Великобритания готова до такого кроку. Зазначил пристайку. Мы должны вернуться к истокам этого конфликта, который начался далеко не в ноябре 2021 года, когда началась вот эта новая волна обострения, а началось это чуть ранее. Это началось все весной в апреле 2021 года, mm -hmm. когда первый раз Путин решил использовать угрозу вторжения в Украину вот в таком виде демонстративно, не тайно концентрироваться, а именно вот так, на показ. То есть хотите вот в соцсети, да, пожалуйста, вот вам российские эшелоны идут. То есть хотите, значит, рожи, значит, там этих, извините, бурятов, да, боевых, вот пожалуйста. То есть вот вам на показ все это. Спутниковые снимки, то есть это было сделано абсолютно целенаправленно и намеренно. И целью это было, конечно же, даже не Украина, не создание дестабилизации и хаоса, а целью всей этой провокации был Байден. Ну и Запад в целом. Поэтому... В тот момент для Путина критично важным было добиться личной встречи, личной аудиенции у американского президента, чего он в итоге и добился. Но Путин не понял, в принципе, главного. То есть э, он не понял того, что с ним встречаются не потому, что его уважают, не потому, что его боятся, а потому что ну, это как вот э, они относятся как к зоне прокаженных. Я прошу прощения, mm -hmm. Вот, э, термин к, к нынешней путинской России не не гражданам России, ну, а к России под руководством Путина как заповеднику опасному, из которого могут вырваться какие-то опасные вирусы. Новые, то есть, неизвестно, что может прилететь очередная ракета, которая собьет какой-то очередной лайнер там пассажирский, и все и поэтому, как к опасному сумасшедшему, и к нему выехал доктор. Вот доктор выехал в Женеву, где провел первичный осмотр аудиенцию с пациентом, вот, попытался, значит, выяснить его симптомы, значит, взял у него анализы и в конечном итоге вынес свой вердикт, что пациент излечению не подлежит, он подлежит срочной госпитализации, немедленной изоляции. Вот, и, естественно, дальнейшие контакты с ним лидеров западного мира, они приведут к распространению этой опасной заразы за пределы заповедников, в которые он, собственно, вернулся. Вот, это я так образно описываю. И поэтому, а Путин потактовал по-своему, он посчитал, что наоборот, это успешность его стратегии, и, значит, надо работать в таком ключе поэтому, поскольку он считал достигнутые результаты на переговорах с Байденом, он же воспринимал это как переговоры равного с равным, а да, с ним встречался да. доктор, встречался доктор с пациентом, который к нему выехал, еще раз повторю, на нейтральной территории, чтобы не пускать его к себе домой, вот мы встретимся на нейтральной территории с пациентом, вот его выезд доктора произошел. Путин неправильно протоколировал всю эту историю. И он посчитал, что можно дальше работать. Поскольку результаты были достигнуты половинчатые, он решил эту серию отыграть вторично. Второй раз еще более демонстративно, еще более угрожающе, не объясняя ничего. То есть, перв... То есть, на все крики, что же вы творите, зачем вы завозите, значит, войска, а он просто тупо молчал. То есть, он вообще ничего не говорил. Вместо него это делали либо там полусумасшедшие кремлевские пропагандисты, тебе прекрасно известные всяких там 60 минут шоу, значит, там, ну, да. или, или прочие лабуде, вот, которые опять несли пургу по поводу того, что, значит, сейчас мы придем и, значит, накажем всех этих бендеровцев, нацистов и тому подобное. И вот, и поэтому к этим угрозам относиться абсолютно серьезно. То есть он же думал, что это послужит встрече, встрече с, опять же, но... Новым переговорам и всего подобного. А к этому они все серьезно сказали, ну хорошо, то есть, если первый сеанс излечения не помог, вот, надо будем выписывать галоперидол в этом случае для успокоения. И превентивно введем значит, 20 кубиков э, средства в виде превентивных санкций. И когда уже все зашло серьезно, и когда он понял, что в этот раз просто не закончится говорильный, как в случае с Обамой было, вот, потому что он перешел ряд красных э, линий, и после Афганистана это было ключевое. Унизительное отступление Америки из Афганистана, по сути, для Байдена отрезало все любые пути. Да, и любые способы. И хотел что-то сделать. Этот позор, над которым глумился Путин, его пропагандисты. Они же это еще больше его, эти раны Байдена, еще больше их раскрыли. Они кричали, как они, значит, там опозорились и все. Естественно, после всего этого Байден себе уже такое отступление позволить не мог. И поэтому сложились интересы многих лидеров Запада, которые сказали, что ну хватит в конце концов уже плясать под дурку вот этого кремлевского пациента. Вот есть английский пациент, это кремлевский пациент. Давайте, значит, что-то срочно что-срочно предпринимать. Ну и вот как бы с этого момента все завертелось. Поэтому эта предыстория, она важна для понимания. Еще раз повторю того, что произошло и почему в этот раз никакого сговора в принципе быть не могло, несмотря на все конспирологические версии, которые кремлевские товарищи активно вбрасывали. Кричал о том, что вот через пять минут будет очередной Мюнхенский сговор. Вот-вот мы на грани. Мы сейчас Украину нагнем, значит, всем покажем. Но этого не могло произойти в принципе, потому что, я еще раз повторю, они неправильно поняли, потрактовали все происходившее. Угу. Нас уже 8 тысяч человек смотрят, 2218 лайков поставили. Спасибо те, кто присоединился, это еще почти 5000 человек где-то, пожалуйста, сразу как приходите, ссылки на этот эфир. Размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях. Подписывайтесь на канал Феден Лайф, конечно, и так далее. Вот смотри, Тарас, возвращаясь к визиту Макрона, похоже, и в этом нет сомнений. Он, собственно, поставил Макрону как бы такой же ультиматум: езжай в Киев, заставь Зеленского, там, десятого ли когда будет встреча в Берлине представителей в рамках нормандской четверки, куда поедет Ермак, Козак и так далее, и так далее, заставь их подписать бумаги обязательные, что они будут реализовывать эти Минские соглашения в интерпретации Москвы со всеми этими формулами Штанмайера, со всеми этими кластерами, десяти шагами и так далее. И, видимо, так сказать, Макрон, при том, что выше, я сказал, оказался в ситуации, ну, унизительной, Потому да. что он, в конце концов, не какой-нибудь там, знаешь, порученец, чтобы бегать туда-сюда, эту функцию пытался выполнить. Меркель, да. если ты помнишь, у нее не получилось, с чего это получится у него. Вот. У Киева позиция такая, что ни от Зеленского, как бы там кто к нему ни не относился, не зависит а, о том, будут реализованы эти Минские соглашения в интерпретации Москвы или нет. Это зависит от общественного мнения в Украине. И этого он тоже, кстати, ни хрена так и не понимает. Он убежден, что можно потеса... потереть с элитами, там кому-то денег заправить, кому-то пригрозить, кому-то еще что-нибудь. Кстати, реплика про Порошенко дебильная абсолютно. Про то, что он ему предлагал значит, приземлиться у себя в России, в случае его преследования, ну, просто не было такой ситуации. Я специально отсмотрел этот кусок, там совершенно очевидно, он фантазировал про это. Он просто про это фантазировал, да. Это все лишний раз доказывает, что он либо не отдупляет в достаточной степени, либо, ну, это он так понимает способ давления.